На станции Аскиз уже несколько дней борется с наледью. Русло одноименной реки перемерзло, и вода пошла верхом. Подтопленными оказались подвалы нескольких домов, расположенных на берегу. Кроме того, лед подобрался вплотную к дамбе. До критической отметки оставалось не больше 20 сантиметров. И чтобы не допустить разлива реки, в сторону поселка пришлось экстренно сооружать отводной канал. Пока это единственный выход из ситуации.